В законодательное собрание внесен проект закона о продлении срока действия регионального материнского капитала. Инициаторами выступила фракция ЛДПР. С начала реализации закона выдано уже более 36 тысяч сертификатов. В соответствии с действующей редакцией закон вступил в силу в 2011 году и закончит свое действие 31 декабря 2021 года. Мы предложили продлить срок действия до окончания 2026 года, поскольку мы считаем, что на сегодняшний день региональный материнский капитал и вообще материнский капитал федеральный, в том числе он стал все-таки значительной поддержкой для многодетных семей. На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 116 866 рублей. С 2015 года эта сумма не индексировалась. Депутаты предлагают изменить эту ситуацию. Мы предложили вернуть статью об индексации регионального материнского капитала, которая была исключена из действующей редакции в 2015 году. Мы считаем, что вот с учетом социально-экономических, демографических условий у нас в стране, у нас в регионе, необходимо вернуть данную статью, чтобы эта выплата не потеряла свою значимость. И предлагаем мы индексировать ее на уровень инфляции в нашем регионе. Если говорить про 2019 год, то этот уровень инфляции составил официально по данным территориального государственного органа статистики 2,4%. Вот на этот уровень мы предлагаем индексировать региональный материнский капитал. Кроме того, фракция ЛДПР предлагает расширить направление использования регионального мат-капитала. К четырем уже действующим добавить возможность приобретения автомобиля отечественного производства. Подобная практика уже действует в ряде субъектов Российской Федерации. Светлана Семенида, Владимир Жидов.